Ева может, то нельзя так. Если Ева может, то давайте, конечно, Ева. Хорошо. Заметим, что так как у нас 3 n чисел, то у нас будет ровно n чисел, имеющих остаток 0 при делении на 3, ровно n чисел, имеющих остаток 1 при делении на 3, и ровно n чисел, имеющих остаток 2 при делении на 3. Ну, потому что, когда подряд идут 3 числа, тут важно, что они все шли подряд. Когда да. у вас идут числа подряд, то одно из них дает остаток 0, другое – единица, третье – 2. Ну, неважно, в каком порядке. Может быть, в таком 2, 0, 1, может быть, там, неважно, там, 1, 2, 0. Но они все равно вот во всей тройке встречаются и это, в любой тройке подряд. А дальше опять то же самое. То есть, как бы они ни шли, там, нам не важно, в каком они порядке, но важно, что 3 числа дадут, вот каждая тройка даст одно из этих. Поэтому в итоге будет n таких штук, n таких штук, n таких штук. А дальше посмотрим, что так как нам нужно взять 3 числа, чтобы их сумма делилась на 3, то у них остатки должны быть либо у всех 0, либо у всех 1, либо у всех 2, либо у всех разные. 0, 1, 2. Да, тогда надо все 3 брать из разных, потому что нельзя взять 2 единицы и 1 двойку. Нельзя взять 2 единицы. То есть, либо взять все 3 из разных по одной, да. либо все 3 из одного. Ну, в общем, либо все одинаковые, либо все разные. Да. Вот. Ну, рассмотрим на примере. Ну, вначале рассмотрим те, когда одинаковые. Я рассмотрю на примере с нулем, но с единицей, ну, с остатками. Да, понятно. Поэтому 3 умножить будет. Двойки будет то же самое. 3 умножить. В общем, нам нужно просто выбрать 3 числа из n, и это c3n. Вот, это первый способ. А второй, когда все 3 разные. Когда все 3 разные, мы получаем c1n плюс c умножить на c1n умножить на c1n. Это c1n, это n в кубе. Все. Всем все понятно, да?